Всем доброе утро. 8 ноября, с утреца пораньше. В районе 6 утра, и мы топаем из гостиницы в аэропорт. Начинаются наши маленькие приключения, поездки, все такое. Приятно звучит колесо чемодана. Немножечко осталось до аэропорта. Ну а я буду снимать дальше ролики. Не знаю, либо будет один большой, может быть, будет несколько роликов, может быть. В общем, я не знаю, как это получится. Но факт в том, что приключение начинается, все самое интересное впереди. И я буду этим с вами делиться. Встретимся, наверное, а может, в аэропорту, а может быть, уже в Дубае. Ну, мы в аэропорту Сочи уже сейчас находимся. Уже получили билетики вот эти вот. Остается пройти только паспортный контроль и все остальное. До вылета еще часа полтора, поэтому лазить придется, ну или сидеть, достаточно много. Тихо, чистенько, спокойно с утреца в аэропорту. Работает ряд объектов общественного питания. Можно приобрести всякие сувенирку, подарочки. К Рыжему в гости зайти, центральный универсальный Рыжий. Ну, скажу вам, что цены, наверное, здесь будут несколько подороже. Вот, пожалуйста, фирменный бургер 985 рублей. Мне шаурма вчера зашла очень даже не фирменная. Вкусная. Всем пока. Точнее, продолжение следует. В первый же вечер пришли мы сюда. Куда еще, как говорится, приходить, если не сюда? Первый же вечер. Тут все фотографируются, поэтому... Свободное местечко подобрать тяжело. Народ катает лодочки. Смотрите, там фотосессии проходят какие. Хотя народа в лодочках нету что-то вообще. Тепло, хорошо. Скоро, наверное, будут уже фонтаны. Днем температура воздуха была порядка 30 градусов. Мы сюда еще наверняка вернемся, так как Анжелике прямо очень нравится это место, особенно в темное время суток. Тогда лучше, как говорится, Алифа тут фотографируется. Я не люблю мешать людям фотографироваться. Пойдем, типа, посмотрим, что с этой стороны. Тут никому нафиг ничего не надо, потому что будешь с той стороны. А тут тоже красиво. Какая-то конструкция появилась. Наверное, что-то где-то происходит здесь. Раньше там за ними сердечко, можно было сфотографироваться подальше. И Бурж влазил в объектив телефона, фотоаппарата получше. Но сейчас, видите, что-то построили, ничего такого нету. В общем, народа полно, как всегда. Здесь всегда полно народа. Разных, из разных стран, разных наций. И все дружно живут. Продолжим попозже. Сори. Всем сори, как говорится. Немножечко пойдем прогуляемся вдоль набережной здесь. Вечером будет другая композиция, точнее, композиция будет та же. Подсветка будет другая, картинка будет другая. До вечера еще надо дожить, как говорится.
Народа еще, я вам скажу, не очень много. Там когда будет, ночь, его будет очень много. Красиво. Как-то весной на одном из балкончиков в тех домах сидел, наблюдал. Так, мои потерялись. Тут как бы... Они то не хотят фоткаться. Нет, мы не будем фоткаться, а потом как застыну где-нибудь, то там станут, то там станут. Ты будете фотографироваться? Нет, не будем, я достаю фотоаппарат. Вот это мне нравится. Красота. Ладно, что, доживусь, наверное. Так, там, походу, тем более тупик, там уже катают. Ну, тут тоже можно постоять и, кстати, посмотреть, как проходят фонтанчики. Ну, как бы тут все одинаковое уже пошло. Здесь вокруг бурша товарища Халифа гуляем. Пошли вот вовнутрь. Тут такая красота. Мы здесь никогда не были, если честно. Наверное, вечером будет еще красивее. Пойдемте посмотрим, что там наверху. Ресторан, ресторан, ресторан. И какой-то дворец. Отсюда несколько другой вид. Я понимаю, что вас уже скоро достанет сам бурж, так же, как и улица Калараш. Будете мне рассказывать, что надоело уже. Показывать эту башню, да и все. Ну, отсюда открывается просто другой вид. Мои где-то там внизу опять застряли. Опять фоткаются. А здесь мы в прошлый раз, кажется, загуляли. Ну или что-то очень похожее. Так что вот вам локация такая интересная. Может быть, кто-нибудь, да, и зайдет сюда. Мы здесь, вот сколько я, 6-й раз уже в Дубае, ни разу здесь не был. Ну все, а то действительно однотипное все будет. Видите, какие тут пальмы растут. Здесь, вот в районе Бурдж-Халифа, мы с вами уже гуляли. Вот это было в прошлом году. Хотя нет, вру. В марте, опять же. Просто так вот, фрагментик маленький-маленький. Как живут товарищи дубайцы. Обращаю внимание, что этот центр, это скорее туристический центр, ну или бизнес-центр, я не знаю, в районе Бурдж-Халифа. А так райончики бывают тоже всякие разные. Птички, слышите, как песенки поют?
Все, будет еще включение. Я так думаю, что не одно. Здесь мы тоже с вами были в прошлом году. Тут даже вон невесты в очереди стоят. Но очередь конкретно сфотографироваться с этими крыльями. Вечером они подсвечиваются. Мне тут неохота стоять. Я и так знаю, что я ангел. Видите, какая толпа. Человек на 30 стоит, чтобы сфоткаться. А я могу им составить компанию, стать сзади, за этой вот штуковиной. Просто постоять. Пускай на моем фоне фотографируются. Не, пойду дальше. Обратите внимание на горку. Такая детская горка, как у нас во дворах стоит. Только, похоже, из нержавейки, большая-большая такая. Эти стробоскопы, кажется, они называются, начали пиликать.
такой вот вечерок у Буша с Халифом. Пока не выключаю камеру, немножечко покажу, что творится по сторонам. Тут какую-то площадь готовят в японско-китайском стиле. Не знаю, возможно, что-то будет. Какие-то мероприятия. Как вы обратили внимание, с этой стороны, напротив... Господи, что-то мне хотелось сказать, Mall of Emirates, напротив Дубай Молла, людей-то гораздо меньше. А вот с той стороны сейчас все из магазина выскочили и смотрят. Там народу побольше. Так что это так вот, маленькая вам подсказочка. Очень красиво. Впечатляет. Особенно если, конечно, в первый раз приедете, так это 200%. Все снимают, все фотографируются. И тут гордо веет флаг Объединенных Арабских Эмиратов. Все, всем пока. Это будет уж точно, наверное, отдельный ролик. Не буду его совмещать со всеми остальными. Смотрите, какие одуванчики. Всем пока. Итак, мы на пляже. Как мы шли на пляж, будет, наверное, точнее не будет, наверное, а уже отдельный ролик снят. Пляж называется ZBL. Песчаный, как я не люблю, блин. Ну что делать, тут все песчаное. Море теплющее, совершенно теплое, ничего не сказать, оно просто пипец какое теплющее. Я так думаю, что 30 градусов там точно есть, во всяком случае. В Лазаревском в августе попрохладнее, наверное. Такой с зеленым оттенком, скажу я вам. Очень сильно соленая. У берега много ракушек. Сказать, кто здесь отдыхает, 99% наших. Вот вам, как будто бы с погружением. Вот это тоже наши ребята. Знаю. Не, ну встречаются, конечно, иностранцы. Но их мало, но их мало. Русский пляж. Я еще в прошлый раз говорил, что здесь очень много сказочно много русских. Когда заплываешь на глубину, так там, наверное, все 100%. Вот все, кто заплывали вот туда, вот за эту синюю фиговину, фиолетовую синюю, все говорили на русском языке, вот буквально 100%. Вот. Я тоже заплывал, час поплавал, в прямом смысле этого слова. Потратил, а вот могу показать вам сколько, 1000 калорий, 84 минуты вот непрерывной тренировки за сегодняшний день и 4 часа активности. То есть я проснулся и вот позавтракал и сюда. В общем, классная обстановочка. Напомню, что отдельный ролик будет, наверное, как я шел сюда, потому что он достаточно длинный. Вот, как бы так. Вот такой вот пляж JBL. В прошлом году я вам его, точнее, какой, в этом году, в марте я его вам его показывал. Единственное, что мне нравится, что он песчаный. Я привык к камням, мне комфортнее. Тут же, блин, они вот... Они везде, точнее, песок, он везде. Везде, вообще везде, везде, везде. Везде попадает. Все, продолжим, наверное, я не знаю, как, опять же, сошью этот ролик отдельным или... Или как-то не сошью, как-то так по-другому. Продолжаем нашу эпопею. Сегодня мы приехали покупать путевочки туристические. Вкратце расскажу вам, куда в этот раз поедем. Учитывая, что Владислава в прошлый раз с нами не было, решили взять путевочки. Так, куда мы взяли? Айя, да? Айя парк, вот это где блестящий, вот это заведение здесь. Точнее, это интернет какой-то, не интернет какой-то, европейский торговый центр называется это место. Взяли в Айя парк билетики, взяли билетики в сад цветов, вот этот красивый-красивый.
Я не хочу туда идти. Нет. Они без меня пойдут туда уже сами. Я пойду куда-то в сад бабочек. Потом взяли прогулку на яхте в районе Марины. И что еще мы взяли? Куда? Четвертое, куда мы взяли? Что еще? А, Global Village пойдем. Там вот эта вот ярмарка. То есть, ну сейчас выйдем где-нибудь тут, где-то тут. Тут нет прохода. На метро вот рядышком. Компания называется. Пойдем вон там. Вон так мы шли. Куда-то вы пошли, куда-то не туда. Пойдем туда, вон там вон проход. Компания называется Туристина Дубай. Ребята работают на русском языке. Все вот в прямом смысле этого слова расскажут, объяснят. Кто там на Инстаграм подписан, даже еще скидки делают. Мы подписаны, поэтому скидку нам сделали. Услышали про эту компанию мы от Врежа и Ирины. Тоже коллеги снимают блоги, они про Сочи снимают. Кстати, надо их поздравить, у них дочка недавно родилась. Навигатор туриста называется. В основном я сталкивался с ними по Дубаю. Они здесь в Дубае частенько бывали и рассказывали нам, в том числе, что-то брали вот от них, в том числе Туристину Дубай тоже. Вот цена. За все вот 4 приключения, за 4 вот этих прогулочки потратили ровно $271. Вот. Как бы так. Станция метро вот рядышком, так что если что, имейте в виду. Все, продолжаем дальше путешествовать. Маленькое продолжение нашего ролика. Мы опять пришли в это кафе, где сам себе все готовишь и вкусно-вкусно ешь. Кальмары, мясо, крабы, курица, что хотите, говядина. Сейчас разогреется, зашипит. В общем, будем готовить и есть. Очень да нам понравилось. В этот раз у нас отдельная кабиночка своя. Что хотим, то и едим. Жарим всякие вкусняшки. Знаешь, что мы не взяли? Креветок. Это было большое упущение, но сейчас это съедим, потом пойдем креветок возьмем. Мы тут надолго, судя по всему. Завтрак вот как бы вот такой. Еды, конечно, тут полно, всякая, какая хотите. Снимать там, как люди набирают, людей уж больно много. Арбузы, мандарины, дыни, ананасы, все такая всякая фигня. Вкусняшек всяких куча. Коротенько. Сейчас посмотрим, что там Анжелика взяла. Что-то такого. Ладно, некогда мне. Есть буду. Внутренний рынок. Ой, господи, внутренний дворик. Рынка Милдранат. Ну, во всяком случае, я его так называю, Милдранат. Я не знаю, может, он по-другому, наверное, так называется. А, нет, такой Милдранат. Это я его так назвал, Милдранат. Сейчас покажу вам, как он называется правильно. Калипты, что ли, такие красивые. Владислав точит мороженое из верблюжьего молока. Вот как он называется. Я его почему-то называю Милдранат. Я не знаю почему. О, Анжелика нашла термометр. Тут термометр, да? И сколько показывают сейчас? 46, что ли? 46. Ага, вот. 46 градусов показывают. Я не знаю, может врет, может не врет. Как вы знаете, я с термометрами не очень, как бы. Что показывает, то я и озвучиваю. Тут такой ресторанчик. Люди кушают, поэтому близко подходить не буду. Лодочка, можно прокатиться на лодочке, чай, кофе, там потанцуем. Выход к отелю Парус. Поют птички, пальмочки. Внутри, я снял, внутри рынка, я имею в виду, снял такие коротенькие ролики, шорты, потому что там не приветствуется съемка. Вот это вот их дубайские кондиционеры, видите? Специально для того, чтобы ветер туда задувал и каким-то случайным чудесным образом все это сдувается вниз. В общем, там становится прохладно. Пойдемте, выйду отсюда. Туда. Тут, как вы знаете, нельзя снимать особо. Ну как? Если честно, я уже столько видел случаев, когда снимают. О, здесь еще я пока в отель не зашел. Вот отсюда вот, пока.
покажу. В общем, съемки здесь не приветствуются, особенно съемки людей. Хотя я столкнулся с тем, что фоткают, снимают, что хотят. Если в первый раз, когда мы ехали в Дубай, там нам рассказывали, что какие-то ряд ограничений, все серьезно, то... Не, ну у меня был, кстати, случай в прошлом году, вот именно в этом рынке ко мне тут одна фройлен, причем русскоязычная, пристала. И, типа, не надо меня снимать, там все такое. Хотя я ее конкретно не снимал, я чисто проходил рядом. Но визгу было много. Поэтому я стараюсь воздерживаться от подобных съемок. Я имею в виду съемок людей. Блин, это так классно около водички. Отсюда вам не смогу показать. Парус находится вот как раз за этим зданием. Вон там он. Дальше. Отель Парус. Да и фиг с ним. Вы наверняка все его знали. Итак, до меня. Ну, вот такой вот маленький, я не знаю, ролик, либо фрагмент ролика. Может быть, даже я его как отдельный ролик. Видите, какая красота. Да. Отдельный ролик, может быть, я сниму, оставлю и этот, как маленький фрагментик. И, короче, я еще не решил. Так, мы тут нафотографировались. Там на втором этаже, на кафешке, наверное, вообще шикарно. Вечером тут горят огонечки. Но мы вечером планируем пойти на марину. Все. Всем пока. Кстати, вот одна лодочка едет. Идет, плывет по волнам. Там очень красиво. Ну все. На этом путешествие в Дубай закончено. Уже сидим в самолете и сейчас вылетаем. Договор перевозки в одностороннем порядке. В общем, как-то так. Благодарим за внимание. Пока сижу один. Ну, в принципе, снимать больше нечего. Все, что снял, вы уже увидели. Всем пока.